Турецкие гостиницы в Анталии готовятся к возобновлению работы после продолжительного закрытия, вызванного пандемией. По туристическому сектору страны коронавирус нанес особенно сильный удар. Позапрошлом году в Турции побывали почти 43 миллиона туристов. Доходы отрасли составили 34,5 миллиарда долларов. Годом позже число посетителей упало почти на 70%. Мы закрыты уже почти 20 месяцев. Нас очень обрадовал отмен запрета на полеты из России, потому что где-то 70-80% постояльцев наших гостиниц – российские туристы. Если Европа постепенно снимет ограничения, то есть надежда, что хотя бы отчасти удастся спасти туристический сезон этого года. 2 года назад, по данным турецкого министерства туризма, страну посетили почти 43 миллиона человек. Больше всего почти 7 миллионов прибыли из России, почти 5 миллионов из Германии. Я считаю, что давно уже было пора снимать ограничения на поездки в Турцию. Если ехать меняют для других стран, для Испании или еще каких-то, то нельзя исключать и Турцию, где тоже срочно нужны туристы, такие как мы. Иначе здесь все рухнет. Между тем, Великобритания и Франция внесли Турцию в красный список, требуя от приезжающих из этой страны 7-дневной изоляции. В связи с этим в Турции серьезно опасаются еще одного упущенного туристического сезона. В последние дни в стране фиксируется от 5 до 6 тысяч новых случаев заболевания.